Италия закрыла порты для еще двух судов с мигрантами. Глава МВД Италии Матео Сальвини заявил, что тем, кто зарабатывает на подпольной миграции, придется искать другие каналы. Напомню, неделю назад в Средиземном море спасли 629 нелегалов из Африки, однако их отказались принимать Италия и Мальта. Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, принять мигрантов согласилась Испания. Сейчас корабль со спасенными нелегалами следует в порт Валенсии.